Я тут снова с Викой, и мы знаете где? Мы на поле. Потому что все опять маршируют, а мы опять угораем. Только не рядом с ними, а на поле. Вот видите, там вот наши пацаны. Пацаны. Вот они, вот я их полю. Нурик сильно расстроился из-за того, что на него награвали. И у него, он стоит перед выбором идти на шоу или в футбол. А вот это, вот видите, пацан в углу, это Илья. Баскетбол. Волейбольным мячом. Маша боится, с каких пор камеры. Я не хочу. Она копает. Как же весело-то. Занимайтесь. Да не, я тебе не дам. Нет, потом поменяем. Нет, вся я это буду делать. Собрание у нас. О, всем привет, я с Кариной. Она тут танцует. Хороший. Всем привет, Софиины и подписчики. Сейчас мы ищем парня Карине. Все мелись. Короче, сейчас мы будем выбирать вам. Пишите в комментариях, как вы думаете, кто будет лучше парнем для Карины? Для Джастин Бибера. Короче, Джастин, если ты сейчас смотришь, надеюсь, do you speak Russia, да? Короче, это... Тебе, перестань снимать. Тебе, все, тихо. Перестань. Тихо, а, ну-ка, все, я вообще пошла кататься. Мы сейчас находимся на уроке русского языка. Тут повсюду все, короче, шпионы. Вот это вот главные шпионы. Вот они, видите? Вон там еще шпионы. Они меня повсюду окружают, но я говорю. Я лейтенант София. Yeah.
Короче, я майор. Да. Мы сейчас идем на маршировку, там Карина общается. Вон там наш капитан идет, короче, а наш капитан Антон, ну типа Антон, он так думает. Но это неправда. Я же капитан. Короче, это он про себя. Тут кто все, капитан? Стоп, конкретно. Антон, вот он, капитан. Ну что ты такой высокий, офигел? Давай ниже, ниже. Вот, все. И все, пойдем. На все, про все у нас 45 секунд. Кто не успеет, тот солдат умер. Итак, все готовы? Биты на руках? На старт! Внимание! Солдат должен видеть, куда стрелять, куда идти. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Оставьте дырочки для глаз. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 40, 42, 40, 45, стоп! Все, никто ничего не завязывает. Посмотрим. Так, первый у нас солдат получил ранение в голову, правильно? А ноги не успели завязать. Второй солдат, по-моему, тебе уши отрезали, нет? Зачем завязывать солдату уши? Солдат должен хорошо слышать. Запомните, медсестры. Итак, а этот солдат, что за ранение у тебя? Я не пойму, пропускаю. Так, дальше. Опа-на! А тебе завязали почему шею? Ранение в шею? Сам захотел шею. Солдат занимается самолечением. Хорошо, итак, опять уши, опять. Ну зачем на бит-то кепку одевать? Солдат, кепка же вся в крови будет. И Нур, и Виктор, и Витя. Ну что ж, объясняю правила игры. Сейчас я буду считать до 30. И наши солдаты должны успеть одеться. Мой помощник будет смартфон. Итак, начали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
бьемся за наших защитников Отечества. Так они постарались, правда? По-моему, в окопах будем все четвером ночевать. Так теплее. Ну ладно, ладно, ладно. Как вам понравилось? Да! Ну что, молодцы, а сейчас также считаю только до 15. Мы должны успеть раздеться, разложить одежду так, чтобы не было ни без сучка, без задорики. Поняли? Считаем до 15. Никто не раздевается. Руки по швам. Равняйсь. Смирно. Поехали. Раз, два, три. Кто будет? Зло, кричевку! Мы ребята ВВС, залетели на небес, что пехоте пока!